Всем привет! Вы на канале «Мы из Краснодара». Меня зовут Кирюха. Сегодня будем делать с вами настоечку на шиповнике с добавлением яблока, меда и корицы. Погнали! Ингредиенты все самые тривиальные. Это у нас мед, его понадобится 1 ложка. Дальше яблочко, немножко корицы и стакан шиповника. А дистиллят у нас 50 градусов. Мед разбалтываем в нашей литрушечке. Шиповник у нас ошпарен под кипяточком. Так, слегка он промыт. Ну и туда же его высыпаем. Яблочко мы тоже помыли под горячей водой. Смыли с него весь воск. Почистили вот таким образом, чтобы не было косточек и всяких разных ненужных деталей. Эту штучку мы тоже бросаем туда же. Пяу. Яблоко можно добавить 2, как вы хотите. И вот такая красота у нас с вами получилась. Отправляем это в темное местечко, в какой-нибудь шкафик, где хотите, держите. Примерно недели 3. Хотя, если будете держать месяц или полтора, не страшно. Ну вот, прошел почти месяц, показываю, что получилось. Такая вот она на свет. Что, фильтруем и пробуем, да? Да, яблоко и шиповник. Красивая рюмочка. На улице дождь, тишина. Ой, запах такой. Честно говоря, я плохо представляю себе, как пахнет шиповник. Но яблоко ощущается очень сильно. И какое-то еще добавление чего-то такого пряного. А, это, наверное, корица вот тоже еще идет. Давайте попробуем. Это вкусно. Это прямо вкусно. Да, такой легкий, терпкий вкус от шиповника. И яблоко тоже очень хорошо ощущается. Прямо прикольно. Ваше здоровье. Ну что, я считаю, что эксперимент получился. Ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь на наш молодой канал. Ну и ждите новых видео. Они обязательно будут буквально в ближайшие дни. Пока. С вами был Кирюха, канал «Мы из Краснодара». Пока.